Ровно в 8:00 в городском округе Щелково открылись 125 избирательных участков. И уже с первых минут их работы жители приходят выразить гражданскую позицию. Необходимо выполнить свой долг с честью и, не задерживая, решил вот с утра пораньше проснуться и прийти. Жители вместе определяют будущее развитие региона, а значит и нашего округа предстоит выбрать губернатора Московской области. Ожидание полностью погрузиться в работу, что жители будут активно принимать участие в выборах, придут отдать свой гражданский долг. Избирательные участки будут работать в течение 3 дней – 8, 9, 10 сентября с 8:00 до 20 часов. Анна Балиет, Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.